пошла на завтрак одна. И вот пока у меня есть время, я немножко сниму все, что здесь есть, и в личку, наверное, отправлю, чтобы дети надо мной не смеялись. Внуки, я имею в виду. Вот здесь все из фруктов. Салатик, смотри, из фруктов. Вот можно его заправить. Соусы всякие. И вот в таких, как сказать, чанах или кастрюль, можно сказать. И бекон. Вот эти колбаски такие вкусные. Подходишь, сам открываешь, щипчики накладываешь, и все. Здесь что-то какие-то, по-моему, бобы. Сюда по ложке, на ложке вот бок остался. Сейчас как раз вам покажу и сама присмотрю, что вы взять. Так. А здесь, что же здесь такое? Даже и не знаю. Не знаю. Может, капуста какая-то. А это, наверное, все-таки, наверное, это мясо. Вот. Дальше пройдем. Вот здесь плов вижу. А здесь рис. Какая-то заправочка. Ну ладно. Там кухня. Вот. А здесь зал со столиками. Вот сейчас я туда и присяду. С этой стороны нарезка. Колбаска, сыр, бекон, наверное. Сухарики различные. Зелень. Можешь сам накладывать все, что ты захочешь. И вот, конечно, напитки. Сегодня, наверное, кофе не буду брать. Возьму сок. Кофемашина, я научилась ей пользоваться. Хотя дома есть кофемашина, я никогда не делаю себе кофе. У меня делает Витя его каждый день, а я почти не пью его. А вот еще такая стоечка здесь. Нормально. Здесь яички жареные, вареные. Марик берет их все время. Вот так. В этой стороне тоже столики. Обычно мы садимся с внуками туда. Ну, я сегодня одна и все делаю так, как считаю нужным. А в этом зале вкусняшки. Также вот кофемашина. Вот здесь я брала кофе, и Данил меня учил. Кружечки, сахар, чаи и, пожалуйста, все. Вот здесь-то я сейчас наберу вкусняшек. Здесь всякие какие-то. Я, по-моему, думаю, что это хлеб, а не какие-то прянички. Здесь тоже хлеб. Вот люблю их круассаны. О, я беру каждый день. Здесь что-то уже другое обязательно возьму. Они берут вот такие блинчики. Я не беру. Но, наверное, надо взять. Вот сейчас наберу. А кто будет кушать? Вот эти брала, очень даже вкусные. Ну и здесь всякие. Мёд всякий. В общем, вот так здорово. Сейчас я сюда перейду. Кружечки здесь тоже. Вот. Товарищи. Я не знаю, как с ними разговаривать. Но ничего. Разговариваем взглядом, жестами. Здесь тоже что-то есть. Я не знаю, что здесь, но ложечки стоят, можно брать, по-видимому. А это, наверное, молоко. Ну и соки. Я взяла там сок, а здесь то же самое есть. И вот так вот столики. Показываю, что набрала. Марик еще лежит с телефоном, я пошла одна. Вот эти колбаски, я уже их кушала 2 дня подряд по завтраку. Они мне очень нравятся, ну просто одно мясо нежное. Какое-то тоже мясо, рис,
все бы только скушать. Ну, я думаю, без хлеба, возможно, я и скушаю. Вот таких фруктов взяла. Арбуз беру каждый день, мне нравится. Но вот это что, не знаю. В общем, это забыла, как называется. И, конечно, вот столько пострепушек. Приятного мне аппетита. Рассказываю о вкусах вот этих пострепушек. Блинчик, ну, это просто как бисквит. Мне, в общем-то, не очень нравится. Вот эти штучки, вот было видно, я откусила и скушала не до конца. Эти все мне очень понравились. Но ведь я еще взяла один, какой-то типа блинчиков. Запекают на яйцах, сворачивают, не знаю, уж очень захотелось попробовать. Потом скажу, вкусный или нет. Очень вкусный. Там и запеченная какая-то колбаска, яйца лук, в общем, я не знаю что, но все получается, как в яичнице, сворачивается в виде блина, все сворачивается, и вы знаете, ой, то есть в виде блина. Все очень вкусно, мне понравилось. Пока ходила за салфеточкой, искала, тарелочки все убрали. Я хотела вам показать, что фрукт зеленый для меня незнакомый, твердый. Я его даже откусила и больше не стала кушать. Арбузы, конечно, очень вкусные уже в последний. И нарезают их, чтобы легко и удобно можно взять ложкой. Ну вот, так как-то позавтракала. Пока.